людей в связи вот с тем, что мы объявили народное предприятие управляющей компании «Красная». Мы сильно снизили тарифы, мы вышли к населению с принципиальными вопросами о договорах без права пролонгации заключения на один год, обязательном формировании совета дома, закреплении спецсчетов за каждым домом на сбор средств капремонта, да, чтобы они утекали не куда-то в Москву, а чтобы шли на конкретные нужды конкретных жителей, конкретных многоквартирных домов. В связи с этим много обращается жителей, часть из них провели свои собрания, кто-то собрания проводит, кто-то их планирует, но все люди решили, приняли себя принципиальное решение брать ситуацию в свои руки. Нужно что-то менять. Год от года, неизвестно куда, уходят эти деньги, которые люди платят. Десятилетиями некоторые дома платят средства капремонта абсолютно без единой информации, где находятся их деньги, на что они потрачены и, в принципе, какая у дома судьба. Отвратительное состояние жилого фонда. Износ, абсолютный износ всех коммуникаций, и водопроводов, и канализаций. И есть дома, честное слово, мы сейчас некоторые дома, которые в обслуживании государственной инспекции нам передает, сыпятся провода, потому что десятилетиями их никто не менял. Они просто сыпятся. Это невероятная угроза пожарной опасности. Да? Это ужасная ситуация в сфере каких-то чрезвычайных ситуаций, где в конце концов могут пострадать люди. Значит, вот у нас на прошлой неделе... На этой неделе прошло собрание на Шахурдина 28А, там сильный совет дома. 87% собственников высказалось уйти от АТС Желенинского района, потому что эта ситуация не может больше продолжаться. И вот вчера мне звонят жители этого дома, и знаете, что говорят? Мы выходим мусор выкидывать, а около мусорки постовой стоит в форме АТСЖ и говорит: вы больше мусор сюда не выкидываете. Они говорят: как мы в этом месяце, мы же еще от вас не ушли, мы только собрание провели, еще будут решения государственной инспекции кучу месяцев, еще суды будут, мы вам все это время будем платить. Они говорят: ничего не знаем, у нас команда. Гордополов сказал, чтобы мусор в эти баки больше не кидали. И сразу же, моментально, режут провода телефонные, жгут ящики интернета, да, карательные акции, людей запугивают, людей ставят на место и говорят им: мы барины, мы щелкнем тебе по носу, раб, да, бесправное существо, ты дальше будешь, да, в своих четырех стенах, как в крепостном праве, да, зависимый от нас, будешь платить нам, и никаких вопросов, чтобы от тебя не было. Значит, за этот год, да, сколько мы работаем, нас проверяли абсолютно все службы, которые могут, в принципе, нас проверять. Вот последнее я вам рассказываю, то, что только на этой неделе произошло. К нам, к управляющей компании «Красная», обращается Ростехнадзор и говорит: ребят, вот у вас дома по Тархова 33, к вам перешли недавно. Мы говорим: ну да, мы им там чуть больше 2 месяцев мы их обслуживаем. Значит, мы вот обратились в АТСЖ с требованием передать техническую документацию, потому что собственники приняли решение, что АТСЖ больше не обслуживает их, что теперь они выбрали управляющую компанию новую. Мы обращаемся к ним, просим: дайте технические документы, дайте паспорта лифтов. Нам АТСЖ отказывает, говорит: идите на 3 буквы в суд. Мы идем в суд. Суд говорит: ребят, нужна определенная процедура, процессуально нужно подождать. И на этом процессе включается Ростехнадзор и говорит: ребят, лифты нужно отключить. Мы говорим: как лифты, там живет 1000 человек, они же вас сметут к чертовой матери, если мы лифты отключим. Они говорят: а если не отключить, 400 тысяч штраф с каждого дома. С каждого дома. Мы говорим: ну мы-то не виноваты, мы только взяли эти дома на обслуживание, мы готовы проводить испытания, мы готовы страховать их без паспортов, а паспорта нам передаст суд, но пока этот процесс не закончен. Они говорят: нас это не интересует, нам нужно оштрафовать, и мы вас оштрафуем, в лепешку разбейтесь или отключайте лифты. Значит, вот у нас есть дом, проспект Строителей 76А. Вот сколько дом стоит, во дворе стоят бетонные блоки, чтобы проезжего не было, чтобы пробки не объезжали, положили собственник когда-то, чтобы детишки могли спокойно ходить, чтобы можно было запарковаться, но чтобы не было проезжих частей там, да? Вот стоят эти блоки 15 лет, никому не мешают. Но как только АТСЖ домом перестал управлять, сразу звонок из пожарной службы. У вас там стоят бетонные конструкции во дворе. 150 тысяч штраф! Я говорю: да вы понимаете, это же не мы их ставили. Их поставил АТСЖ. Соответственно, собственники были в курсе. Ну, они годами стоят, они никому не мешают. 150 тысяч штраф! АТСЖ со всеми их поддельными протоколами, со всем их беспределом, трубы рвутся, горят, все, что только не происходит. Ни одна сволочь, ни одна муха на них не села. А здесь
проверка за проверкой. Нам юристы говорят, мы привлекаем юристов на коммерческой основе, да, профессионалов своего дела, которые всю жизнь занимаются проблемами ЖКХ, они, значит, нам говорят. Они говорят, вот сколько мы работаем, мы ни разу не видели, чтобы налоговая проверяла управляющую компанию, которая меньше года существует. Налоговая проверяет даже, не говоря уже о Роспотребнадзорах, об администрациях, о комитетах ЖКХ, о всяких государственных жилищных инспекциях. Налоговая проверяет. Это как же нужно погрязнуть в коррупции? Это как же нужно плясать под дудку Гордополова, чтобы всем, как цепным псам, сорваться и пытаться задушить? Мы будем работать, мы работаем и будем работать до тех пор, пока у людей есть в этом потребность, необходимость. И на сегодняшний момент десятки домов к нам обратились только с одним вопросом. Помогите нам изменить ситуацию в сфере ЖКХ. Они боятся даже не за то, что их деньги утекают непонятно куда. Они понимают, проявляют сознательность, что жилищный фонд изнашивается, что через 10, через 20, 30 лет эти дома просто рухнут. Потому что никаких работ там не проводится. Потому что там годами стоит вода в подвале, изнашивает капитальные строения, изнашивает инфраструктуру. И все это закончится очень плохо. Гордополов и ему подобные управляющие организации, нечестные, возьмут свои миллионы и со своими детьми уедут за границы. А жители, мы с вами, останемся у этого разбитого корыта.